Слушайте, пацаны, короче, есть предложение следующее. Хочу поменять автомобиль, М5 менять не буду, а вот X, наверное, поменяю. Поэтому как вам следующее предложение? Мы сделаем определенное количество билетов, ну, например, это будет, я не знаю, там 150 билетов. Каждый билет будет стоить 50 тысяч рублей. Ну, например, да, или там, я не знаю, 200 билетов будет, ну, посчитаем. Ты покупаешь билет на 50 тысяч рублей, и когда все билеты продаются, мы делаем лотерею, я ее буду лично проводить, вытащу любой билетик, и тот, чей билетик я вытащу, с чьей фамилией, тот получит мой золотой X5M. Со всеми причиндалами, со всеми, блядь, тюнингами, со всей фигней, с обслуживанием, со всем, со всем, со всем. Писаешь сразу? Я сейчас предлагаю всем, ну, да слушай, любой школьник, если он возьмет у папы с мамой 50 тысяч рублей. Сейчас, у них сейчас в голове не такие. Да, если он возьмет 50 тысяч рублей и купит этот талончик, и этот талончик выиграет, то значит школьник получит X5M. А школьник, который начал откладывать деньги с лета, с завтраков, не с лета, с осени, может его спокойно позволить себе это за свой счет взять. Да, в 1000 лошадиных сил у школьника X5M. Такой скажет, блядь. Он его около школы ставит. А я на завтраках сэкономил. Да. Видишь этот X5M? Это мой. Да. Я на завтраках выиграл. Да. По сути, не у мамки спиздил, а на завтрак. Вот, поэтому готовьтесь. Ну, некоторые, конечно, будут покупать больше билетов. То есть, если кто-то купит, например, 10 билетов, то значит, он купит 10 билетов, его... Вероятность его выигрыша будет там в 10 раз. Это школьники с Рублевки будут. Это школьники с Рублевки будут делать. Вот, поэтому по поводу и X-а мы его сейчас переклеим, сделаем хороший стиль, намоем, я сделаю ему идеальное ТО, все приготовлю. Поэтому готовьтесь. Скоро у X5M будет новый владелец. А я себе приобрету другой автомобиль. Вот. Ух ты, я чуть не уебало в крыло. Ты, сука, блядь. Что за дебилы? Да ну не блядь, смотрят блядь. Дебилы московские уебаны, блядь. Сука, прям бесит аж. Прикинь, просто она, блядь, влево едет, сука, руль влево выкручен. Едет влево, блядь, смотрит вправо. Просто пиздец. Не, ситуация что-то до хрена слишком была. Да. Ну, Мерседес, ну давай, ну поворачивай. А у нас хотят вести штраф, блядь. Вы научите людей ездить, блядь, сделать дороги. Чтобы никто взятки вообще не брал. Бля, переучить все население, чтобы не давали взятки, невозможно. Должно, блядь, лет 50, наверное, пройти, чтобы в голове у нас что-то поменялось. Если их не будут брать, их не будут давать, то что никто их не возьмет. Ну, да, да, да. Исполнительных органов сколько? Там, блядь, по пальцам можно пересчитать. Ну, да. Ребята, кто пишет по поводу пирамиды МММ, это не пирамида. Есть сумма, есть сумма, я просто объясню, за которую я хочу продать свой автомобиль. Я его могу продать одному человеку за эту сумму, там торговаться, биться с ним. А могу просто разыграть машину вот так. Все просто скидываются и все. Вот и все. И кто-то один из них получит. Вот и все. Примерно такой расклад. Любой регион, любая страна. Вообще не важно. Ну, на самом деле для американцев 50 тысяч рублей это 1000 долларов. То есть ты можешь просто 1000 долларов перевести, и это будет в магазине, скорее всего, на смотре. То есть вы просто зайдете в раздел магазина и увидите там в магазине просто золотой X5M с фотками. Вот и все. Такой расклад. Такой расклад. Так, ну ладно, что, давай, буду дальше это самое рулить. Спасибо вам большое за лайки, за ваши. Я попозже.